сложных дорожных условиях. Повышенная грузоподъемность и высокая скорость движения. Увеличенные дорожные с таким удельным качеством защитными свойствами не обеспечивают технические санитарные. Скорпион 1 и его модернизированный вариант Скорпион 2М оборудованный тентом, а также бронированная версия Скорпиона. Независимая подвеска, постоянный полный привод и оптимальное распределение массы гарантирует максимальную мобильность. Броня автомобиля развивает скорость 130 км в час, преодолевает 60% подъем, преодолевает брод. Многофункциональный полноприводный автомобиль Тигр ГАЗ-2330 колесной формулы 4×4 предназначен для использования гражданскими и силовыми ведомствами в качестве автомобильного транспортного средства повышенной проходимости. Автомобили «Урал», грузовики переднего края. Именно они всегда используются в самых экстремальных военных дорожных и климатических условиях. Эксплуатация «Урала» в горячих точках заказала продольное парное пересечение брода с поперечным завершением. Вот так же бок о бок конструкторы и предприятия-изготовители «Урала» продвигают вперед российские... Успешное преодоление рва. Образцами Nissan 5350 Mustang с колесной формулой 8×8. Водитель, кандидат мастера спорта по трак-триалу Владимир Симонов. Далее АМАЗ 43-901. ВДВ 4×4, за рулем Эдуард Пачин. В большинстве своем эта машина имеет значительно усиленную противопульную и противоминную защиту. Обладает большим дорожным браслетом, своеобразным днищем, хорошо противостоящим осколкам, позволяющим эффективно рассеивать энергию взрыва. Андрей Кирилюк. Температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию. Одновременно на борту выстрела может находиться до 8 бойцов, включая водителя, и свойственных трюк-сюрприз под названием «Русская тройка». Это рекордный трюк, равное пересечение брода с косогорным завершением на выезде «Престижной». Вот так же, подобно русской тройке, несет создание перед простым народом государственная корпорация Ростехнологии. Мог бы претендовать на участие в авиакосмическом салоне. Сейчас он преодолевает водную преграду. Водитель-испытатель Михаил Гончаренко. Полюбуйтесь этим прекрасным автомобилем. Зарекомендовал себя бронеавтомобиль КАМАЗ 43-269. Ребята, будут производиться автомобили и другие.
задача для ведения боевых действий. Передаю вам, дорогие друзья, конструкторское бюро транспортного машиностроения. А танцер, который сейчас исполняет танки, я прошу рассказать из постановщика, профессора Института современного искусства, хореографа и режиссера Большого театра России Андрея Миланина. Мы видим, как исполняется фигура мушкетера на центральном бетоне. Все названные фигуры могут на это претендовать. Наибольшую сложность будут представлять контраданс на 4 танка и торнадо на 5 единиц техники. Для книги рекордов планеты мы позиционировали достижения как синхронное маневрирование. Андрей, кажется ли вам, что все это несколько рекламы? Вот я настаиваю, не начальник демократа, полковник Урванцев Александр Сергеевич. Артиллерийское орудие МСТА. Об этом чуде мы просим вновь рассказать нашего военного эксперта Николая Михайловича. Современные прицелы, реализованные стабилизационный слуховой обзор командира, режим, аварийный режим стрельбы из пушки при выходе из строя основных прицелов, комплекс средств связи, ориентированный и взаимодействие, обеспечивающий интеграцию танков в систему боевого управления подразделения. Малоотражающая архитектура в сочетании с применением комплекса из радиопоглощающих материалов обеспечивает снижение радиоволны и оптической заметности танка. Автоматизированная система постановки заезда. Лучший танк в мире. Давайте поаплодируем. Принято считать, что когда говорят пушки, нужно свою форму композиции. Автомобильный завод «Урал», «Курганмаш завод», открытое акционерное общество «КамАЗ». Научно предваряли полеты смелость государственной корпорации «Ростехнологии». Они означали ее неустанное лидерство.